Вот смотрите. Вот первые две фотографии – это парень, который с 4 лет занимается, Илья Полонец, он с 4 лет занимается профессиональным спортом. Прыжки на… сейчас я точно скажу, как это называется. Прыжки на батуте. Профессиональный спорт. Понятно, что 2-3 тренировки в день, соревнования. Он является на сегодняшний день серебряным призером Кубка мира и чемпионом мира, в этом, чемпионом Украины в этом виде спорта. И начиная с 13 лет его стали очень серьезно беспокоить проблемы вот под коленями, кость большеберцовая, когда идет очень воспалительные наросты, которые очень болезненные, они очень ограничивают движение. Это парень, спортсмен, был освобожден от физкультуры и ушел из большого спорта на 1,5 года. Не думал, что сможет вернуться, потому что он не мог даже спускаться, было очень больно спускаться по ступенькам лестницы. И спустя год приема фитлайн он вернулся в большой спорт, потому что вот эти наросты, они практически ушли, боли нет. Он занимается очень… Я видела видео, какие это сумасшедшие прыжки с поворотами, понятно, это всегда нагрузка основная на ноги, но красавец человек, знаете, я благодарна его маме, что она вот так вот взялась за сына, у нее еще 2 спортсмена в семье, она сама бывшая спортсменка, и там результаты только по ее семье можно рассказывать очень много. А ее мама, сейчас, если я тут все сказала, да, а ее мама 74 лет, с букетом, говорят, да, болезней в возрасте после 70, сахарный диабет, подагра, гипертоническая болезнь, атеросклероз. Человек, который имел избыточный вес, имел более 20 лет повышенную глюкозу крови. Вот сейчас здесь на показателях 9,4, когда она зашла в фитлайн, в продукт фитлайн. До этого было до 12, с диетами, с лекарствами, с повышением давления до 200 единиц, с отеками уже в 10 утра, с такими отеками, которые сочились через кожу ног. И этот человек начал использовать, дочка ей дала всю программу, жизненный тонус, моноген, дедрин, гилинг фит, то есть все, что необходимо для восстановления. И вы знаете, тоже прошло меньше года, вы видите анализы. Вот эти анализы, кстати, были через два всего месяца. Через 2 месяца начала приема нормализовался сахар, мочевина, креатинин, мочевая кислота, холестерин. То есть все, что все 20 лет до этого было повышенным, нормализовалось. Ноги ровные, стройные, без признаков отека. Как сама эта женщина говорит, я 1,5 года не пользуюсь тонометром. То есть человек, который много лет страдал гипертонией и на лекарствах был, нормализовал давление, сахар, вес, ушли подагрические боли. И я считаю, знаете, что если мы даже одному человеку такому поможем, мы уже супер. А если вокруг нас это десятки, сотни и тысячи таких людей, знаете, мы реально круто меняем мир, жизнь. И благодарю компанию «Пем Интернациональ», Рольфа Зорга, научный совет. Вот эту мощную идею восстанавливать организм ресурсом, потому что хорошее здоровье – это хороший обмен веществ. А вещества, которые мы запускаем в обмен, они сегодня, положа руку на сердце, в нашем питании, далеко-далеко уже не идеальны и оставляют желать лучшего. И вот как раз знания и биохимии, и молекулярной биологии, и биофизики всех процессов на клеточном уровне позволяют ученым дать нам такой продукт исключительный. Продукт, который реально меняет качество жизни людей. И я горжусь, что я принадлежу к этому сообществу FitLine. И знаете, я всегда говорю своим новым клиентам или людям, которые еще не приняли решение, вы можете верить или не верить, вы можете знать или не знать, даже вы можете хотеть или не хотеть, но биохимия и обменные процессы, и физиология, она происходит по определенным законам. И если мы будем уважать законы и еще и применим FitLine, то, конечно, результат будет очень-очень радовать всех нас. Спасибо за